Hey, yo, guys, с вами Шумики, мы продолжаем пройти игру под названием Sonic Hedgehog 3. И это у нас по музыке, как будто мы в цирке. А у меня этот пропал. Мне только нужно искать. Ага, вот, кнопочками вверх-вниз надо. Ну, то что да, я помню, были такие уровни тупые. Я, кажется, так не смогу туда попасть. Ладно. Ладно, хоть какая-то защита, слушайте. Единственное, что я вам скажу, я не знаю, куда мне идти. Где находится то, что я ищу. Где находится то, что я ищу? Я буду хотя бы надеяться, что я иду в правильную сторону. Ну, походу, я иду в правильную сторону. О, тихо! А, это водяная. Ну, водяная получше, потому что благодаря водяной хотя бы могу подальше отпрыгивать. Тихо, там что-то было. В смысле? Весит, он типа может туда попасть, но и в тот же момент и не может. И во что мне верить? Ого! Последний. А это последний. Все, поехали. Сразу я попался. Хотя, если вдруг я еще найду, конечно же, камни. А, хотя да, можно и так. В принципе. Надо разом взять. Ну нет, я хочу последний камень. Понимаете, мы с вами пройдем на хорошую концовочку.
Для этого мне нужно сейчас перепрыгнуть. Взять этот, пойти сюда. В принципе, да, это так не сделаю. Мне нужно тогда с этой стороны это делать. На тебе себе мучи. Ладно, осталось 16. Стоп, это сейчас был намек на то, что я застрял? А нихера, все, теперь я вернусь обратно. Так, все, по идее, теперь не должно быть изумрудов. Это, по идее, последний. Я помню, еще, кажется, черный был. А, Соник теперь Супер Соник. Во. Ну все, ребят, теперь можете забыть о всякой херне. Ой, тихо. Покорим комет. Блин, он пропал? Ладно. Я молнию хочу взять отсюда. Вода. Огонь, огонь, пузырик. О, молния. Я, кажется, его туда подобрал. Все, там была молния, я видел. Все, ништяк. Хочешь быстрее убивать? Используй молнию. А в чем я теперь не суперсоник? Я ведь подбирал суперсоника. Ха. А видите, теперь меня в это, типа, в миры не пускают. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Всего у нас... Ну, вы видели, как много можно изумрудов найти в той области. Землетрясением. Херово.
стоп, я не понял. Я... Мне сопротивление электричества, поэтому я могу... Тут сидеть, по идее. То есть, понимаете, благодаря тому, что у меня сопротивлению молнии, току. И я выжил. Давай, 10 минут, все. А так 5 минут. Это потому, что я сохранялся, сейвы. Знаете, если мне позволяют использовать сейв, я буду сохраняться. Потому что мне позволяет сохраняться. Кто-то скажет, ну так в оригинальных играх нельзя было сохраняться. Извините, если мне игрой дано сейчас, да, то есть программой, так сказать, сейвиться, то я буду сейвиться. Типа, кто-то может сказать, так, чё ты херней страдаешь, сейвься только в тот момент, когда... Кстати, вот это вот не прикольно. То, что я понял, что я в воде нахожусь. Вот спал эффект. Черт. Так сказать... Ну, я сейчас тогда деньги соберу и возьму за опыт, там, схожу, что мне. Вы думаете, мне сложно? Нет. Куда идти? Короче, чем дольше на платформе сидишь, тем дальше тебя откинет. Ладно, плевать. Да, давай, чтобы я не умер. Спасибо. Где это вот так делается? Так, ну я могу и сюда пойти. Я просто не понимаю, в какую сторону мне желательно идти. Потому что по факту здесь везде можно пойти. Пойду за молнией, вы чё? Вы чё, гоните? Я пойду за молнией. Мне нужен двойной прыжок. А, то есть... При первом пол... Так сказать, при первом... подобрании... Платформа исчезает. Ну все. Нам не больше его и не надо. Yeah.
Ну, я думал, бля, сейчас придется заново, но мне решили дать, так сказать, шар. Водяной шар. Поэтому ладно. Так уж и быть. Ага. Ага. Нихера. Способ. А, вот это прикольно сделано, слушай, то есть то, что в шарике воздух. Теперь здесь будет постоянно типа плюс вода, да, минус вода. Давай пропадай. Подумал, лучше тогда уже начинать получать этот, как он называется, электричество, потом вижу, что опять вода. Ни хрена себе, что-то было. Ну, знаете, вот прикол в чем пузыре. Ты можешь моментально остановиться там, где тебе нужно. То есть вот в чем прикол данного пузыря. Тихо, я не туда пошел. Но единственный минус, да, он как-то тупит. Куда и двигаться, походу. Ладно. Если вы так хотите, так уж и быть, я возьму электричество. Вращаемся, вращаемся. Буду думать, что мне показалось то, что я только что включил электричество. И там вода пошла. Манна? Ничего это за бредятина. Да, я иду. Для чего?
С каким-то шансом пролететь. Так, мне нужно, получается... Блин, почти. На звезду прыгнуть, когда она уже будет... Вот здесь. Я хочу наверх. Почти. Подожди, или те пропали? А ну-ка. Ой, ладно, я уже туда не вернусь. В принципе, а что я там буду искать? Эти я уже все собрал, изумруды. Чтобы вам показать, так сказать, истинную концовку. А у меня по времени ни хера нету, алло. За 2 минуты я должен это пройти. Уже, да? Кайф. А сфигали? Поняли прикол? То есть я получаю урон. Нет, я ни хер. А как я? Вон оно что. Подожди, а как я тогда достал? Зато я понял, как это супер режим включить. Прыжок, еще раз прыжок, когда он вот этот ногой делает. Мы превращаемся в ультрасоника. И благодаря этому у нас тратятся монетки. Поэтому я эту форму не всегда могу поддерживать. В смысле? За бред. Ладно, давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.